Обаятельная женская команда, единственная среди всех. Команда КВН где? Часть своего института. А пока они готовятся к студвесне, с вами команда ГИС. Сегодня с нами играют ЮИ, ИЦ и НИК. Организация запрещена в Российской Федерации! Все, хватит! Это Аня, и она в нашей команде отвечает за связи с общественностью. Сережа, Илюша, Георг. Блин, девочки, как сын-то назвать? Так, харе! А это наша Яночка, она у нас из Пытьяха. Дочь священника, милейший ребенок. А еще наша Яночка предпочитает мужчин в возрасте. Так, кто здесь старший? Девочка, бай! Вообще, я сюда пришла по делу. Давно хотела с этой красотулей познакомиться. Композитор, крути бобин. Мальчишка симпатичный, мужик. Ну можешь проявить хоть немного женственности? Композитор, врубай медляк. Позвони мне ради... Кстати, в нашей команде есть фотограф. Это Оля, и она ведет свой блог. ППКБЖДМБХЗГГ. Как вы поняли, Оля пропустила гласные в школе. Наша Саша приготовила небольшой подарок для ведущего. Песня! А на столовке, прямо как в Таиланде, в меню есть жуки и личинки, свадьба корпоратива. Все, Саша, спасибо. Вот мы и познакомились. Самое время переходить к миниатюрам. А, совсем забыли. Название нашей команды. Девочки, девочки, смотрите, симпатичный мальчик. Где? У каждой девушки была такая ситуация. Кисунь, смотри, там твой бывший идет. Где? Наша Яночка хочет исполнить для вас свою любимую песню. Наслаждайтесь. Фантомансиски, я вас не слышу! Наша Олечка встретила всех своих бывших. Ой, привет, мальчики! Представьте, минус 40 под окнами Инига. Валера, эта песня для тебя! Все для тебя! В конце хотелось бы обратиться ко всем мужским командам, играющим сегодня. Конечно, вы можете забрать кубок и эту победу, но какой в этом смысл, если единственная женская команда будет плакать? С вами была команда... Девочки, девочки, смотрите, симпатичный кубок! Где? Ну ты же делаешь!